Сегодня состоялся и телефонный разговор между президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-европейского многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. В начале беседы глава нашего государства выразил искреннюю признательность за оказываемое всемирное содействие в проведении необратимых демократических и социально-экономических преобразований в Новом Узбекистане. В свою очередь, президент Евросовета выступил в поддержку усилий Узбекистана по продолжению курса открытых реформ в стране, нацеленных на формирование сильного гражданского общества и правового государства. В этом контексте особо отмечена недопустимость дестабилизации обстановки в Каракалпакстане со стороны отдельных деструктивных сил. Шарль Мишель просил передать соболезнования семьям и близким погибших в результате беспорядков, организованных преступными элементами. В ходе разговора особое внимание было уделено вопросу завершения подготовки соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС. Подчеркнута важность наращивания взаимной торговли и инвестиций, используя преимущества генеральной системы преференции «Плюс». Стороны отдельно остановились на вопросах продвижения конкретных программ и проектов практического сотрудничества, прежде всего в области зеленой экономики, цифровизации, инноваций, логистики, сельского хозяйства, экологии, образования и здравоохранения. Состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Центральной Азии и дальнейшему повышению уровня многостороннего диалога с ЕС. Поддержана организация крупных международных мероприятий в нашей стране, направленных на усиление взаимосвязанности, а также обеспечение безопасности и стабильности в регионе, в том числе по содействию установлению прочного мира и оказанию посильной помощи народу Афганистана.